Вот помните, снимал видео, строечка только начиналась, год. Они выдули уже вот это здание большое, там заложили фундамент, тоже что-то строят. На протяжении где-то полутора лет, это не года, года стояла эта площадка, пока мы ходили, было все заморожено, краны крутились на ветру, а сейчас они вон как построились. Молодцы, молодцы, классно. Строят, вон сидят строители. Быстро? Возможно. Очень быстро, потому что как год назад даже фундамента не было, ничего не было. Но как есть, очень быстро. Но некачественно, мне кажется. Проблема в Черногории, то что не совсем качественно строят жилье. Если только себе ты дом строишь, то да. Вон еще дом какой-то выстроили. Этот. Чуть некачественно на самом деле они делают дом. И мы с предыдущим, ну именно панельные такие. Не знаю, как в других городах, но здесь явно некачественно. Вот мы, я смотрел несколько. Есть, конечно, премиум класса дома, где квартиры однокомнатные от 300 евро и выше стоят. Там возможно однокомнатные такие небольшие. К примеру, сейчас я выйду, вот этот дом, я в нем был, смотрел там, сейчас я выгляну, вот он, вот тот белый многоэтажечка, ну как многоэтажка, пятиэтажка, вот, а вот там я был, и там, конечно, все люксери, все очень на таком уровне, и ресепшн там, и все там, короче, и даже картины каких-то крутых мастеров в подъезде, но опять-таки там девочка снимала знаком, ну как знакомый, так 350 евро, это дорого, я считаю, 350 евро, потому что цены здесь можно найти квартиру и за 200, и за 250, однокомнатную я имею в виду. 350 это дороговато, плюс сами видите подъезд к дому, пустырь какой-то необстриженный, но дом люксери считается. Так вот, и это тот домик, я видео, может, ссылку кину в описании по поводу, как они начинали строиться там. И быстро, да, а мы едем буровки получать через 2 недели аж. Но я хотел, короче, слегка не схитрить, а так как не надо уже на ребенка, то есть они не дают по боровоку ребенку медицинскую карточку, ну как бы уже нету этой фишки, что все члены семьи могут получать. Я в принципе из-за этого думал, прокатит Вивьен не сделать, зачем ей боровок, но будут потом проблемы на границе, и мы решили все-таки сделать, потом визы нам надо получить, еще мы хотим по Европе покататься. И без боровка тут даже никто на рассмотрение, кроме американского посольства, никто визу тебе тут не даст. Именно будучи гражданином другой страны, они скажут, едь в свою страну, делай. А я еще вот купил клеточку для птички все-таки. Купил. Будет жить у нас теперь. Вроде как не умерла, за первую неделю будет жить. Ну все, видимся.